Папа Римский Франциск заявил о поддержке единственного финансово-кредитного учреждения католической церкви Института религиозных дел, он же Банк Ватикана, и одобрил рекомендации по реформированию финансовой организации. Ранее Банк Ватикана оказался в центре ряда громких коррупционных скандалов, связанных с отмыванием денег и сомнительными денежными переводами. Активы Банка Ватикана составляют 5 миллиардов евро. Балансы и финансовые потоки Банка Ватикана редко проверяют, у него куда меньше документации. Штат банка состоит всего из 112 человек, в основном итальянцев. Надзорную функцию исполняют кардиналы. В июне прошлого года Папа Франциск учредил специальную комиссию для проверки деятельности Банка Ватикана после скандальных обвинений в его адрес. Впоследствии понтифик провел масштабную реформу уголовного законодательства Ватикана, а также ввел ряд мер, направленных на борьбу с отмыванием денежных средств и противодействие мировому терроризму.